Всем доброе утро. У нас утро сегодня вот такое вот очень-очень красивое и прохладное. Доброе утро, Дианочка. Что там у нас сегодня? Относись к проблемам как к приключениям. Вот, пожалуйста. Вообще идеально просто. Да, сын? А ты одел кофту? Все, идем в школу. А чья это жвачка? Да. Я хотела ее дожевать, но уже не брала. Я думаю, уже и не стоит, да? А то будешь как я в детстве. Мама раньше покупала одну жвачку, пожевала, потом так раз под стол подклеила, на следующий день отодрала, опять пожевала, опять на ночь вот так вот раз приклеила. И так кушала жвачку всю неделю. Настя, слышишь? Иди обувайся. Прикинь? Ну, такое вот детство суровое у нас было. Кто вчера, кстати, не закрыл маленький туалет и всю ночь тарахтела? Меня не было там. Я суровая, потому что мама нас не возит. Я на следующей неделе вас везу. Так, ё-моё, лопнуло яйцо, треснуло. Готовлю себе завтрак, салатик. Господи, как они называются эти? Короче... Сухарик такой с сыром и будет сверху яичко. Яйцо. Так что ждем. Я позавтракала. Честно, не успела снять. А у меня где-то, кстати, сторис есть. Сейчас выставлю. Я сохранила его. Настя там с ума сходит в Инстаграме. Я тоже хочу такой завтрак. Говорю, завтра тебе приготовлю такой завтрак. И сейчас сижу, попиваю детишный свой чайчик любименький. Поэтому всем хорошего, кстати, дня. И хорошего настроения. Так, короче, детей отправила. Подобралась. Суп сварила. Фильм посмотрела. И сейчас нарезаю мясо, потому что будет у нас на обед шаурма. Наша любимая. Вот, и уже скоро, кстати, будут дети у нас потихонечку сходиться. Не знаю, я говорю, те, если захотят, будут идти пешком старшие. Если нет, то пусть ждут, пока Диана там закончит полчасика, и тогда уже все вместе приедут. Посмотрим, кто когда придет. Сейчас начнут, наверное, звонить. Боже, шум. Не знаю, что там написано. Мама, ты не говори. Я не знаю, какие-то буквы. Я могу сказать на английском, но не надо лучше. Ну, скажи. Не, через 2 недели будем на дежурстве. Главное, чтобы на карантин не ушли на 2 недели. Шо? Что? Подними, пожалуйста, это, Диана. Подними шарф, Диана. Что за шарф подними? Это фотки-пробники? У-у-у, красотка! Это я должна записать, какие фотографии я хочу, да? Привет, Махмуд. Завтра принести. Завтра хорошо. Ты с распущенными была волоса. Боже мой! С корзинкой, милая какая! Тетя Боже мой! Ты такой красивый! Ну, видишь, как хорошо, что очки сняла? А, еще есть, да. И вот, да. Насте больше всего нравится, по-моему, вот это. Какие это красивые. Не, все. 6 штук. Боже, Диан, очень красивые. Ну, очень. Подожди, раз. Это надо, получается, вот тут вот записать, сколько штук мне надо, да? Номер фотографии и какую я хочу, да? Какой размер, формат. Все, давай раздевайся, руки мой. Бегом. А что это? Это смотря какой, например, вот большая, поняла? Она стоит 80 гривен, там магнит можно 30 гривен заказать, календарь, привет, как дела в школе? Насыпаю. Что я получила? Да. 2 и 1. Да? Да. 12? Нет. А почем? Раздельно. А, да? 21? Нет, я получила 2 и 1. Почем?
Почем? Да. У нее единица и двойка. Ну я уже поняла, почем. Да ладно, ни почем не получилось, я вообще сегодня ничего не получила. Ну а что это 2 и 1, 21? 2 and 1. Ты так шуточка. А ты? А там уже не шуточка, там уже настоящая. 8. Почем? По этому каю. Этому? Программисту. А, за коробочку? Нет. А за коробочку сколько? За прошлое. А за коробочку? Я заблудала коробочку. Серьезно? Или нет? Ну говори. Да. Ну забыл или отдал? Забыл. Ну так сфоткай, отправь ей. Ну говори, а то что... Хотя да, можно и сфоткать, и отправить. Ну да, скажи, я сделал, забыл. Я медленно собираюсь, а с моим манегер очень быстро. Долго собиралась? Очень. Куда? Не знаю, куда. А что вы там утром сегодня опоздали? Он про школу говорит, потому что он 3 года, блин, собирается. Он говорит, что я ресницы полгода крашу. Да. Он пока ты один... А сколько ты красишь их? Он пока один носок натянет, у меня уже не будет готов. Да? Нет. А что вы опоздали сегодня? Мы выходим, никого не нету, понимаешь? Я думаю, ну ладно, Катя может, ну, на выезде нас вот так вот ждет, да, сразу. И что, там просто горели какие-то фонарики? Я думаю, ну точно. Снимаешь. Ой! А. Она мне позвонила утром и говорит, типа, а день... Вы ж... я что-то напутала, сегодня понедельник или воскресенье? Я говорю, нет, дети ушли. Она говорит, там не было их. Ну, короче, получилось, что она уехала. Я говорю, в таких случаях, если долго кого-то нету, мы выезжаем и ждем вот тут вот возле паркинга. Потому что, чтобы сразу, если вдруг там кто-то спускается, ну, поняла, да? Сейчас я насыплю. Налей мне савино, пожалуйста, пить очень. Сейчас, савино. И тут уже почти вкуснятина готова. А это моя? Вот это моя, да? А что там в ней? Ну, острый. Давай. Сидить пряли та пряди. Не, ну руку убери красиво. Сидить пряли та й пряди. Сніг іде, іде, іде. А вона пряде, пряде. Ні, нитка рветься. Ой. Так, а ну давай, встань і красиво розказуй вірш. Сидить пряли та й пряди. А сніг іде, іде, іде. А нитка рветься де, не де. А вона пряде, пряде. Вже на... Вже напряла хуртовин на шапки. Вот это. На шапки для... На шапки на для... хурто... Для верховин. Мама, для чого ти знімаєш? Ладно. Не фокусниця. Фокусниця, йдем. Ні. Короче, йдем в сільпо. Мені краску треба купити, зараз хочу покрасити. А мені ж... Волоси себе, тому що вже отросли конкретно. Вот. И вчера колбасу заказал какую-то куриную. Девушка, что вы мне снимаете? И это, да? Тебе девушка! Ш... Ой. Вот смотрите, какая у меня сумочка. Ага. Просто не в сумочке, вторая в сумочку. Ага. А зашли мне? За краской. А Диана сразу же... Покажи, что выбрала маме. Сразу масочку взяла. А ты куда? Нет, не надо. Идем. Диана, потому что у меня седина есть, а у тебя нету. У меня тоже очень большая седина. Давай, идем. Иди на кассу, маску дай. А, вот тут разные маски есть, смотри. Вот тут вот. Можешь зеленую или этот выбрать. Или улитку. Вот, сейчас, секундочку, еще. Давай быстрее, выбирай. Да нет. А мне купили... Шоколадку. Шоколад. Угу. Ну, вчера ритуал. Сейчас будет с чаем. Делай себе чайчик тут вот. Мне тоже делать чай. О, зальешь мне сюда? Я хочу гречишный еще попить. Хорошо? Кипяток зальешь? Мне тоже взяли шоколадку, только такую. Я какую взяла... у тебя? Это у тебя Милка с Орео, да? Я сейчас съедаю 2 половинки. А почему 2? Можешь 3 скушать сразу. А в школу? А, ну в школу я тебе дам потом еще кусочек. Не держи в руках, потому что эта шоколадка быстро тает. Окей, в школу дашь тебе. А я сейчас жду, Ахметика будет меня красить. Взяла свою красочку. Красить, вот. Боже, что за красочка?
они с Настей на английском. Кстати, они уже должны вот-вот быть. Ваша краска для волос воняет. Ну, мне не воняет, папе воняет. Папа нервничает, когда меня красит. А я просто... Пусть возьмет обычную маску. Ну. Так он берет маски и денежки, чтоб не пахло. Давай, доставай все учебники. Давай посмотрим, что там по... Давай, доставай, сына. А это что у тебя? Отдай это девочке этой. Это не мое, это мое. А, твое? Ну, уже хватит носить, значит, в школу. Ну, горячая, аккуратно. Компот варит. Ух, как хозяйка. Вкусный супчик. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Тут ягодки. Угу. Шеф-повар по супу завтра. Вы попробуйте. Офигеете. Угу. Посмотрите. Две блондинки, которые, да? Фруктики. До Нового года красились последний раз. А можно я буду смешивать? Я сейчас вылью все. Маму снимаю, потому что она там. Можно сказать? Что? Что ты? Можно. Мама просто у нее... Снимаешь на лицо? Снимаю лицо. Просто чуть-чуть у мамы тут седой, поэтому мама не хочет показывать. Мам, я тебе сейчас голову съем. Оп. Убери руку, да. Все видно, папа, прекрасно. Я еле-еле этот английский сделала. Ой, не выдумывай, ради бога, я тебя умоляю. Можно сесть? Ты захотела и сразу сделала? Не сразу. Процесс идет. Что ты прячешься? Давай, давай, крась. Работай, дорогая, работай. Я опустила, я вот так всегда крашу. Пока смот вошел в чат. Хотите посмотреть, что у меня в сумке? Боже мой. Только ты мне содержание не скидывай. Это в Инстаграм. Первое.